Эй, братишка! Это самый серьезный блог на земле, син-блог, и мы в логове старой мертвой бабки. Я, месье Фокс, хотим пригласить всех сеньоров и сеньорит на мощнейший гиг команды 515 во имя великого Ктулху и пресветлого Ярила и макаронного фрикаделькового монстра. Приходите 20 мая в клуб Rock House, город Москва, и заплатите 100 рублей на входе минимум, можно больше. Мне. Скиньте нам что-нибудь побрать. Можно не скинуть, ну это не точно. Ладно. Но скидывать все равно некуда. Ладно, мы шутим, но деньги ваши не нужны. Лучше потратить их на отличный гиг. А забашляйте любящего бабла, он влетает постоянно, блин, но делает классные фесты. Короче, я понимаю его боль. А сейчас месье Фокс зачитает список моднейших команд, которые будут присутствовать на этом крутейшем фесте. Ты гляди, просто вообще круто. Range Ridge, Enemy Crucifixion, во имя отца и сына, Brain Teasers, Иншалла братуха, Irreversible Mechanism, натуре, The Rigor Mortis, The, да, не мы помним, The Rigor Mortis, не мать ваша, не какие-то там ублюдки, а серферы, блин. Код передают 3, 4, 6. И еще группа Without God, которая грела, кстати, Without God, которая грела, кстати, недавно Crowbar, и да, они запостили у себя на странице, что Кирк, вот этот самый из Crowbar, взял у них автограф, потому что они классно играют. Ну, типа, их пацаны заценили, типа, они нормально. Это ли не повод прийти на? Это ли не повод пойти на Without God? Brain Teasers, я знаю, вообще, братуха, ты в моем сердце, Вова, малыш. Вот. One love. Поэтому мы, короче, всеми лапами за движуху 515. Респектос из северной столицы вашим этим вот москвичам и модной движухе 515. Мне нравятся люди, которые лайкают мои комменты. Эти два человека. Это синблог, логово старой мертвой бабки, in the house, bitch. Рели Нига, короче, гангста щит. What's up, bitches? Спой, что ты сегодня мне пел? Oh! Курлык!